Здравствуйте, дорогие конники! Особенно тепло. В преддверии праздников мы приветствуем самую замечательную половину человечества, наших милых дам. Вряд ли найдется скептик, который будет утверждать, что приход весны и 8 марта – это случайное совпадение. Для меня лично это число. Прямо-таки роковое. Что-то ты сегодня какой-то колючий. Будешь тут колючим. Смотри, что я сегодня утром прочитал в прессе. Женя, еще профессор Преображенский говорил, не читайте советских газет до обеда. Нет, ты только послушай. На 100 мужчин в России приходится 110 женщин. И что? Вы явный демографический излишек. Как представлю себе этих 10 женщин. Утро, 8 марта, они сидят дома. И что ты предлагаешь? Купишь подарки и пойдешь искать, кого бы поздравить? Ну, с этим нужно что-то делать. Вот вам явное доказательство прихода весны. Еще один мужчина проснулся после зимней спячки, причем не без нашего с вами участия, дорогие девушки. А если говорить серьезно, то мы, мужчины, часто просто завидуем вам, женщинам, вашей фантазии, вашему обаянию и вашему всегда умению везде оставаться прекрасными. За это мы вас ценим, любим и за это же страдаем. И часто страдаете? Ну да, иногда случается. И тогда я, например, играю от грусти. На скрипке? На скрипке не получается. Она маленькая, и карты с нее соскальзывают. Тогда для этих целей тебе лучше подойдет рояль. Который стоит в ресторане нашего клуба? К сожалению, им тебе не удастся воспользоваться. Особенно по выходным. Это еще почему? Потому что по выходным на нем играют лучшие мировые произведения, великолепные музыканты. Получается, что для дам в нашем клубе каждый уикенд праздник. Неплохо устроились. Почему только для дам? И почему только уикенд? Праздник у нас в Продаре каждый день, каждую минуту. Именно для этого мы и работаем. Не случайно наша философия – Продар – территория счастливых людей и лошадей. Кстати, утром в субботу заглянул в наш ресторан и пожалел, что позавтракал дома. Завтракать можно и дома, хотя у нас тоже потрясающе вкусные завтраки. А вот для семейного бранча выходные лучшего места, чем ресторан клуба «Продар», не найти. Кстати, а шеф в нашем ресторане – женщина. Да, редкий случай в соответствующем профессиональном сообществе. Нужно признать, что наша Елена Белякова даст фору многим коллегам-мужчинам. И по силе характера в том числе. Ну, знаешь ли, мужчины часто считают стервами тех женщин, из которых им не удалось сделать дур. Так что не упустите возможность насладиться нашей прекрасной кухней. Да, вечные женские ценности. Кюрхе, кирхе и что-то еще там на букву «К». Видимо, конюшня. Ну да, остановить коня на скаку наши дорогие женщины могут иногда лучше мужчин. А еще женщины могут вдохновлять мужчин на великие дела. Да, правда, они же потом и затрудняют их осуществление. Это уже несущественно. А, Женя, а почему это, интересно, мужчины не могут быть и красивыми, и умными одновременно? Просто тогда бы они были женщинами. Правильно. Воистину, женщины любят ушами. А мужчины – глазами. Поэтому женщины красятся, а мужчины частенько врут. А благодаря интеллекту это у них получается весьма виртуозно. Слава богу, что женщины не оспаривают хотя бы наше интеллектуальное превосходство. Но это сомнительное утверждение. Кстати, Женя, а ты уже решил, с кем из послов фонда «Ваня» ты будешь играть в одной команде знатоков конного спорта 26 мая в интеллектуальном казино «Что, где, когда». А много ли уже поступило вопросов? Много, уже несколько десятков. Так что шести командам, в составе которых за игровой стол сядут наши прославленные конники, будет непросто. Ну, зато интересно. Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы о конном спорте на электронную почту благотворительного фонда «Ваня». Присылайте и выигрывайте в нашем интеллектуальном казино. А спонсоры уже появились? Да, и призовой фонд вопросов будет довольно щедрый. В среднем по 10 тысяч рублей за правильный ответ. А деньги получает победитель? Да, это может быть как автор вопроса, так и команда знатоков. И мы, знатоки, постараемся выиграть для фонда «Ваня» как можно больше денег. Удачи всем! Это будет захватывающий интеллектуальный поединок. Кстати, о деньгах. Я тут недавно принял участие в акции «Получи деньги». Знаю тебя, я почему-то не удивлена. Знаешь, отправил смс со словом «деньги», и мне пришел ответ. Ваши деньги получены. Спасибо за участие. Ты
Ты что, наивный, что ли? А что такое, по-твоему, наивность? Например, когда российские СМИ объясняют украинцам, что происходит у них в стране. Ну, это больше похоже на глупость. А что по мне, наивность – это ожидание счастья. В том смысле, что более опытные уже согласны на стабильность? Трудно с вами, женщинами, шутить. А не шутить еще труднее. Просто мы, женщины, думаем сердцем. Ах, вот оно что. Ну, это многое объясняет. Возвращаясь к теме интеллектуального казино, 26 мая среди знатоков будет очень много женщин. Похоже, это будет выдающаяся игра, во многом похожая на сам конный спорт. Потому что команды невозможно расставить по ранжиру благодаря объективным критериям? Нет, потому что в этой игре не будет проигравших. Все рады друг другу и счастливы общению. Кстати, о профессиональном общении. Совсем скоро в клубе «Продар» состоится открытая тренировка под руководством Ольги Соболевой, Александры Кареловой и Валерия Тишкова, после чего пройдет дискуссионный клуб. Об этом новом формате сейчас расскажет гость нашей программы Александра Карелова. Здравствуйте, дорогие друзья! В марте в клубе «Продар» совместно с благотворительным фондом «Ваня» мы с моими коллегами Ольгой Соболевой и Валерием Тишковым будем проводить открытые тренировки, сразу по окончании которых пройдет дискуссионный клуб с судьями, спортсменами и тренерами. Мы будем говорить о настоящей выездке. Приходите к нам, задавайте вопросы судьям, тренерам, спортсменам. Это будет интересно. Также, пользуясь случаем, хочу анонсировать весенний этап пони-клуба «Продарчик». Следите за новостями на сайте клуба. А еще я хочу передать привет своей мамочке. Мамочка, я тебя очень люблю. А еще в начале июня в Москву приедет сам Кристоф Хесс, руководитель департамента образования и развития Федерации конного спорта Германии. Под его руководством в клубе «Продар» пройдет обучающий тренинг для тренеров. Ожидаем с нетерпением. Это будет первое мероприятие Ассоциации конноспортивных клубов «Люди и лошади»? Да, прекрасный старт для молодой, но очень перспективной организации. И это далеко не все новости месяца. Вот, например, новости шоу-бизнеса. Гарик Харламов по кличке Бульдог был покусан бульдогом по кличке Гарик. Или, например, новости промышленности. Ростовский прокатный завод начал выпуск труб различного диаметра. Первая труба различного диаметра уже сошла с конвейера. Женя, а более серьезных новостей нет? Например, об Олимпийских играх? Конечно, пожалуйста, пожалуйста. У Олимпийской сборной России по хоккею появился новый девиз. Нужно чаще встречаться. Жень, а почему Олимпийские игры называют белыми? Наверное, потому, что там мало темнокожих атлетов. Как бы и под каким бы флагом ни выступали наши олимпийцы, мы все равно за них болеем и поддерживаем. Итак, весь февраль в фокусе был олимпийский Пхенчхан. Будь здоров, Жень. Спасибо. Вита, пора было уже запомнить, ведь Пхенчхан уже вписан в олимпийскую летопись. Да, а тебе не кажется, что весь снег для Олимпиады в Корее выпал в Москве? Ага. Все, что смогли, грустно вздохнули русские хакеры. Зато нет худа без добра. Благодаря Олимпийским играм 2018 запретили Виталия Мутко. Кстати, слышала шутку? Глава Олимпийского комитета плюс вице-премьер по спорту тире Жуков плюс Мутко. Ой, это получается прямо жутко. Ну ладно, а в конном спорте, ладно, есть еще новости? Конечно, есть. Вдохновленный Олимпиадой, мировым спортивным событием, клуб «Продар» организовывает международный конкурс художников конного жанра «Служение», финал которого состоится 14 декабря. Присылайте ваши заявки на электронную почту клуба «Продар». Дорогие конники, у нас с вами впереди так много прекрасных событий и ярких мероприятий. Главное, что мы вместе. А значит, все получится. И если мы будем едины, возможно, высокие результаты в конном спорте тоже не заставят себя долго ждать. Поэтому давайте любить и уважать друг друга каждый день, каждую минуту. А не только по праздникам. Успехов вам во всем, дорогие друзья. До новых встреч. Работаем!